принципе, тяжело, потому что как поле было в очень плохом состоянии, и тяжело было играть, как мы обычно играем, внизу. Первые минуты привыкали к полю, а потом уже, когда привыкли более-менее, начали играть, ну, в свой футбол на чужой половине. Ну и начало получаться, в конце первого могли забить, ну и во втором уже дожали просто соперника, потому что они не могли уже. Естественно, гордо, но, наверное, в таких случаях искусственный намного лучше, да? Ну, если натуральное хорошее, то лучше натуральное, конечно, чем искусственное. Но это не тот случай. Это не тот случай. А о своем голе расскажи, пожалуйста, потому что достаточно курьезный, тем более, что еще и ближний угол. Ну, мы наигрываем эту комбинацию, только я должен был подавать, ну, в центр штрафной, потому что туда набегают большее количество игроков. Ну, меня накрывал игрок, поэтому я решил на ближнем подавать. Ну, и там никого не оказалось, и просто мяч столкнул, и полетел в ближний угол. А вратарь пошел вроде читать. Четвертая победа к ряду, второе место в турнирной таблице. Здесь, наверное, уже не получится просто говорить о матче к матче, победе к победе. Может быть, уже какую-то более глобальную цель поставить? Ну, мы только играем на победу. От каждой игры, от игры к игре играем постоянно. Нам надо вот просто выигрывать все матчи, и так мы займем то место, которое мы хотим. Зимой серьезное обновление состава произошло. Много ребят 98-го года попали в состав. Ты, по сути, тут был первооткрывателем. Можно уже сказать, что все ребята адаптировались и нет уже какого-то недопонимания? Ну да, мы играли со всеми уже ребятами, в принципе. 98-й почти весь уже тут, и поэтому у нас никаких проблем не было. А так вроде бы вот показываем, что никаких проблем нет пока что. Но год вообще как, талантливый? Не нам решать.